Всем привет, и мы City Car Driving, и теперь будем проходить, обучаться тут. Итак, сегодня у нас будет серия по обучению. Мы пришли в автошколу и будем сейчас все проходить тут. В автошколу пришли, короче. Заплатили бабла, и сейчас нас будут обучать. Так, обычный режим у нас стоит. Первое обучение. Давайте выберем себе автомобиль. Что мы будем ездить? На какой тачке будем ездить? Давайте на вот этой вот поедем. Поставим себе автоматическую коробку. Или нет, давайте, чтобы сложно было. Без автоматической коробки передач. И все, поехали, старт. Итак, друзья, вот у нас мы пришли, инструктор сидит тут. Где инструктор? А где наш инструктор? Ну, он, наверное, на заднем сиденье сидит, или его там не видно. Ну ладно, друзья, так. Что нам сейчас надо? Первым делом перед началом движения необходимо пристегнуть ремень. Ну, конечно же, пристегиваем ремень. Так, заводим тачку. О, завелась, друзья. Смотрите как. Итак, что нам еще? Включите левый поворотник. Включили. Снимите машину. Сняли. Шесть сцепления. Первая передача. Так, включаем вторую. Снизьте скорость. А, вот где надо было включить вторую. Так, включили вторую. Что дальше? Едем. Снизьте скорость. Так, что нам на первую надо переключиться. Переключаемся на первую. Потихонечку едем. Потихонечку. На перекрестке поверните налево. Для поворота нажмите. Не забудьте включить левый поворотник. Включаем левый поворотник. Так, что тут никаких шумахеров нет. И поворачиваем. Повернули. Так, что там? О, все. Так. Включите правый поворотник, включаем. И остановитесь. Край дороги для снижения скорости нажмите на педаль тормоза. Так, что? Все, поставим нейтральную. Нейтралку ставим. Выключаем поворот. Глушим. Ручник. О, все, новое достижение. Мы прошли. Так. Завершить. Задание завершено успешно. Поздравляем. Спасибо. Спасибо, друзья. Так. Первая звезда у нас уже есть. И следующая змейка. Совершение маневров. Выполните задание, чтобы получить достижение змейка. Выполните это задание без нарушений, менее чем за 20 секунд. Выполните это задание, не сбив ни одной вешки. Так, друзья, давайте выберем коробку автомат, потому что у меня нет сейчас педалей, и я на клавиатуре неудобно переключать трансмиссию. Так, змейка, поехали. Сейчас мы по-быстрому ее пройдем. Итак, друзья, вот мы уже на полигоне тут таком. Пришли уже второе задание. Вот, теперь у нас коробка автомат. Так, пристегните ремень, заведите. Фары включим и начинайте движение. Включаем D и сейчас покажем мастер-класс, как тут надо водить. Оп. И все, что тут сложно. Так, все три звезды, друзья, мы получили. Мы просто мастер по получению прав. Так, разворот. Разворот. Это
выполнить задание. Выполнить это задание без нарушения менее чем за 20 секунд, чтобы получить достижение резкий разворот. Без нарушений. Ну, посмотрим. Задний ход только один раз. Ну, хорошо, задний ход только один раз надо включить. Оп, мы уже тут на полигоне. Вон та змейка была у нас. И что? Опять пристегнули ремень, заводим фары и можем начинать движение. Оп, руль не в ту сторону был повернут. И так, сюда. Отклонение от траектории. Какую траекторию я, по-моему, нормально еду. Так, что тут у нас? Назад надо сдавать. Так, все, поехали. Прямо. Вокруг оси разворот. А посредине почему? Ладно, давайте перед это. Там, по-моему, быстро надо сделать. 25 секунд или сколько там. Так, по-быстрому, по-быстрому. Так, все, выполнили. Отклонение от траектории. Отклонение от траектории. Ну нет, друзья, не получается у нас быстро сделать это. Вот, без нарушений. Ну мы же, наверное, вот это отклоняемся от территории нарушений. 20 секунд. Ладно, друзья, поехали дальше. Перекресток. У нас этих упражнений аж 5, друзья. Перекресток. Кандидат в водители. У нас еще начинающий, опытный, профессионал, спецподготовка. Друзья, это вообще... Мы тут будем... Ну, мы не только тут в карьере будем. Мы тут вот это сейчас пройдем и будем там таксистом. Будет бешеный таксист. Так, перекресток, друзья. Поехали. Перекресток. Так, что тут у нас? 17 секунд надо выполнить. Вот это да. Опа, перекресток. Так, пристегнем ремень. Включим D. О, зеленый, зеленый. Оп. А уже желтый. Так, надо быстро. 17 секунд у нас. Давай, быстрее. Точная остановка. Перекресток. Ну тут мы опять со временем не успели, друзья. Доступен новый автомобиль. Спасибо. Так, гараж. 25 секунд. Припаркуйтесь как можно ближе к задней линии бокса. Окей. Поехали. Итак, что тут у нас? Включаем. По-быстрому сейчас надо, что же тут время, по-моему. Так, там три фишки сзади было. Опа. Так, стоечный тормоз, серо. Можно выезжать. Вы выехали за пределы зоны упражнения. Какой зоны упражнения? Я выехал уже. Тюбля, что? Непонятно. Может, там не надо было выезжать, а еще парковку надо было включить. Ну, сейчас посмотрим. Блин. Отклонение от траектории. Отклонение от траектории. Ну. Отклонение от траектории. От какой траектории, блин, вообще? За предел... Чё за бред? Инструктор, вы что тут? Все чётенько у нас, мы заехали только что опять. Вы выехали за границу участка упражнения. Ну тут да, тут я виноват, блин. Не рассмотрел. Вот, мы заезжаем в гараж. Заехали.
ну и... Отклонение от траектории. Блин. Начало. Тут время почему-то не начинает идти. Почему? Так, сейчас. Начинайте движение. Мы начинаем. Двери с заднего этажа. Так, вот. Оп. Сбит конус. Опа. Тут я резко начал поворачивать. Сбит конус. Так, сейчас стоишь. Вы выехали за пределы зоны управления. А что еще-то делать? Ладно, давайте. Будем сейчас аккуратнее. На этом задании у нас что-то не получается. Инструктор чем-то недоволен, что мы тут. Так, отправляйтесь, я отправляюсь. Опа, тут очень сильно я сюда взял. Тихо, тихо, тихо там. Вы наехали колесом на линию разметки. Снимите машину с источника тормоза и продолжайте движение. Выезжайте из бокса перед линией окончания упражнения. О, наконец-то гараж. Одна звезда, ну все, короче. Мы нормально выполняем. Так, ну мы, у нас достижение, первые уже прошли. Так, тут парковка. Выполните это задание, чтобы получить достижение параллельная парковка задним ходом. Выполните это задание без нарушений. Ну, поехали, друзья, тут чуть побольше, потом... А, вот это и все у нас, друзья, вот это надо пройти, и все, будем уже начинающим. Так, парковка. Вот тут справа припарковаться надо, что-то тут у нас опять те же самые задания. Чуть вот так берем сюда. Задний ход, вон эти линии, по каким мы должны двигаться. Вот так вот. Стоп, 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 стоп. Сбит конус. Я очень рад. Стоечный тормоз есть. Двигайтесь прямо. Так, новое достижение. Правильная парковка задним ходом. Ну, так у нас получилось. На одну звезду, друзья. Поворотаем. Так, все понятно. Старт. Машинка как раз тут подходит. Она маленькая. Ничто там. Все отлично, друзья. Так, повороты. Сейчас, наверное, какие-то повороты будут. Вон они. Так. Все, идеальные углы, максимум. О, вот теперь у нас вот все отлично тут. Так, горка, горка. 25 секунд и все понятно. Так, заводимся. Подождите, у нас не на нейтральной. 5. То же самое, постоянно заводиться, включать свет. Зачем это все тут? Оп, остановились. Стоящий тормоз. Продолжайте движение. Набираем обороты. Оп. Стоечный тормоз. Продолжать выезжать за линию стоп. Ни шагу назад, царь горы и горка. Все, вот мастер просто вождения. Мы с вами мастера. Доступен новый автомобиль. Я очень рад. Экзамен на автодроме. Экзамен в городе уже следующий, друзья. Это вообще... Так, 2-5 минут, чтобы получить достижение вождения на рефлексах. Все, ни одной фишки нам не надо сбить.
Ну, нам хоть бы на одну звезду это пройти, потому что там очень сложно сейчас. Так, заводимся, включаем свет и поехали. Опа, все. Так, приступаем к этому упражнению. Тут, короче, все упражнения надо пройти, те, что мы проходили. Без ни одной ошибки, потому что да, если на, хоть на одной мы допустим, то все. Хоть на одной вот этой, вот этом задании мы допустим какую-то ошибку, то все, все сначала. Так, этот прошли. Тут вот этот светлофор. Так, останавливаемся. Так, тут гараж, надо аккуратно быть, потому что с гаражом у нас были проблемы. Потихонечку лучше все сделаем. Так, R. Так, будем ориентироваться по этим. По-моему, собью сейчас конус. Вы наехали. Ой, блин, почему ты так орешь? Видите, если одно хоть делаешь такое. Так, сначала, друзья. Ребятушки. Отклонение от траектории. Вы выехали за границу. А, ничего ты так орешь. Вот этот инструктор капец как будто над ухом, сидит и кричит. Так. Не будем спешить, друзья. Лучше все потихонечку делать. Я думаю, мы развернемся, потому что очень такой у нас тут. Оп. Так, это задание мы выполнили. Гараж, тут аккуратно, мы даже гаража еще не проходили. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Оп. Блин, тут опять же зацепим. Оп, есть, четенько стали. Еще назад. Ну, давайте лучше посмотрим. А, еще можно. Отклонение от траектории. Так, ну давай уже. Давайте уже все. Типа поставили на тормоз, мы что-то так и делали. О, все, друзья, наконец-то этот гараж прошли. Так, а, тут еще сложнее, друзья. Тут задний ход, дальше повороты вон идут. Вот тут надо, вот тут еще сложно, а дальше уже все там просто легко, друзья. Главное не зацепить ничего, друзья, потому что это капец.
Давайте сделаем вот так вот, чтобы... Потому что задание долго, если мы сейчас опять нарушим, то все. Так, тут ничего не видно уже. Так, все. Ой. Поехали. Есть, все. Теперь тут аккуратно на поворотах. Уже много времени прошло, мы уже по-любому на две звезды пройдем. Тоже там они пишут, типа, за 2 минуты это сделать. Но лучше все аккуратно делать. Зачем спешить вообще, друзья? Спешка ни к чему не приведет. Так, вот так вот мы заезжаем. Вот тут возле стоп останавливаемся и по газам. Тихо, стоп! Все, друзья, экзамен на автодроме прошел. Лучший ученик. Вот так, 2 звезды нам вполне хватит. И мы перемещаемся в город. Что тут? Выполните задание. Выполните задание за 24 минуты, чтобы получить достижение быстрее всех. Выполните задание, заработав более 1 штрафа. Штрафного балла, чтобы получить. Давайте мы в городе там же. Сейчас четенько все будет, друзья. Итак, друзья, мы в городе. Начинайте движение, внимательно следите за указанием инструктора. Окей. Так, надо же все сделать. Включаем. Начало движения без включенного левого поворотника. Ого. Пошел жопу. Начинаем сначала. 3 нарушения засчитал, как? Или как это? Вот у нас 5 из 5 есть. Мы их должны не нарушить. Так, ну что ж, надо же показать левый поворотник. Куда мне поворачивать? Поверните направо. Ну тут некуда больше поворачивать. Так, поворачиваю направо. Так, немного подлагивает. Так, сейчас. Повернули. Двигаемся дальше. Вы нарушили слишком много правил. Что я сделал? Вы можете повторить попытку или выйти. Вы что вообще? Я ничего не делал, ехал прямо. Вы видели это, друзья? Боже мой. Просто. Верните направо, поворачиваю направо. Может, надо выехать на посередине ехать? Ты мне ничего не указываешь сейчас. Давайте вот так вот посередине будем ехать потихоньку. Не нарушаем ничего, просто едем. Говори, куда повернуть. Мне же надо перестраивать. Через 100 метров поверните налево. Включаем поворот. Что? Просто невозможно, я думаю. Сейчас тут будут приехать. Так, давайте. Чуть не забыл включить. Не включен ближний свет фар во время движения. Пошел в жопу. Перестроимся уже.
чуть быстрее. Что я там мог нарушить возле светофора? Что я пересек вот эту линию вот? Так мне же надо было перестроиться, чтобы повернуть налево. Так, что-то ждем. Какой у нас светло сейчас красный? Сзади машины так близко подъезжать. Зачем? Сейчас просто бахнет нас и все. Мы тут сдаем вообще-то экзамен. Итак, что тут? Ну давайте быстрее. Чё, почему так долго? Все, зеленый, погнали, погнали, друзья. Там Мерс уже хотел по сплошно меня обгонять. Что такое? Нарушили слишком много правил дорожного движения. На общую сумму 6 баллов. Вы можете повторить попытку или выйти. Так, это мне уже не нравится. Сейчас повторяем попытку последний раз. И нафиг у инструктора выкидываем с машины, друзья. Потому что я ничего не нарушаю. Если вы видите нарушение, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я ж ничего не нарушаю. Просто мы едем. Вот и правило, надо выехать сначала на первую полосу. Потом, если тебе надо повернуть, ты перестраиваешься сюда. Едешь, потом подъезжаешь к перекрестку. На пешеходном переходе никого нет. Перестраиваешься сюда. Так, красный свет. Поедем потихоньку, чтобы не стоять там в этой... пробки. Сейчас опять мы простоим там капец как долго. А посредине, кстати, можно выехать. Ну знаки смотрю посредине, и отсюда тоже можно выехать. Начало движения без... что начало движения без чего? Просто, друзья, давайте не будем проходить вот этот. Именно все. До следующей серии. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, побольше лайков. Подписывайтесь, пожалуйста, нажмите на эту красненькую кнопочку. И мне будет мотивация снимать больше и больше, друзья. Пожалуйста. Кто там досмотрел до конца вообще, напишите комментарий. И я сделаю такую штучку, что буду выставлять ваши топовые комментарии, которые попадут в топ. Все, друзья. До следующей встречи. Всем пока.